На конкурс дети читают стихи. Долганова Ольга, 5 лет, город Таганрог. Листопад, Олеся Бондарук. Что за славная погода, что за черный дождь идет? Изменилась вся природа, все вокруг меня цветет. Этот дождик не из капель, этот дождик не вода. Это желтые листочки падают на города. Мне и зонт сейчас не нужен, этот дождик листопад. Он так нежен и воздушен, и мы каждый очень рады.